Кишиневе в спортивном комплексе «Алексия» состоялась традиционная международная выставка собак. Организатором события выступил Кинологический союз Молдовы во главе с его председателем Сергеем Волынцом. На главное событие в кинологическом мире в столицу нашей республики прибыли собаководы из России, Беларуси, Украины, Германии, Румынии, Польши и других стран. Вы прибыли? Нет, мы из Киева. Вы из Киева прибыли? Да. Скажите, первый раз в Кишинев? Нет, не первый раз. Мы к вам регулярно приезжаем в Кишинев на выставке. А расскажите про впечатления, расскажите про сегодняшнюю выставку. Ну, мы пока еще не участвовали в конкурсе выставки. Наш ринг еще только впереди. Вчера мы были. Мы всегда приезжаем к вам на праздник. У нас, нам нравится. У вас гостеприимный город и организация ваших выставок. Спасибо. Скажите про вашего участника, про собаку. А это мальтийская оболонка. Это кобель. Он сам из России, поэтому приехал к нам в гости. Вот, вернее, к вам. Вот. Будем сейчас бороться за титул чемпиона Молдавии. Хорошо. Спасибо большое. Пожалуйста. А, мы из гостей из Москвы поехали специально для этой выставки. А вы здесь первый раз или... Нет, мы здесь, я лично третий раз здесь. Третий раз уже. А расскажите, что за собаку вы привезли? Мы привезли много собак, у нас целый автобус. Мы привезли много собак разных пород, абсолютно прямошерстный ретривер, вышкорги пемброк, цверкшнауцер и так далее. У нас много пород. Выставка продлилась 3 дня с 10 по 12 февраля. Четвероногие участники соревновались в категориях «Лучший юниор», «Лучший ветеран» и других. Оценивала конкурсантов судейская коллегия, в которую вошли кинологи из России, Украины, Германии и Филиппин. В соревнованиях приняли участие самые разные породы собак, в том числе и очень редкие. Вот эта собака, вот эта, вот любвеобильная собака, аборигенная, она, это очень древняя порода, ей больше 4000 лет. Называется тайский риджбек. У нас в Молдове есть всего две такие собаки. Вот ее друг Бен и вот ее Кеечка. Ее зовут Кея, ей всего скоро будет 4 месяца. Да, скажи, покажи, какая ты хорошая. Живет она в квартире с двумя маленькими детками. Посетители выставки смогли узнать особенности характера и содержания интересующих их пород у местных и иностранных специалистов, а также непосредственно у хозяев четвероногих. Победители соревнований получили медали и премии.